Вокертов, друзья! Доброе утро! Сегодня хотел бы с вами поговорить на очень интересную и важную для меня тему она является приоритетом для меня для того, чтобы построить правильно свой жизненный путь. Это касается целей. Какие цели ставим мы перед собой? И я бы хотел поделиться своим сокровенным несколькими действительно важными для меня целями, которые, возможно, вы возьмете что-то для себя и также будете вместе со мной следовать им и достигать. Начну с места Писания, послания к евреям. 9 глава, 27-28 стих. Я зачитаю. «Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом, так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И Он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его». Начну с того, что это местописание напрочь уничтожает мысль о том, что у нас будет возможность переродиться и опять-таки исправить свои какие-то ошибки. Мы рождаемся, может быть, не один раз, потому что из христианской перспективы есть понятие рождения еще свыше, но умираем мы точно один раз, мы уходим из физической нашей оболочки и переходим в духовный мир. Есть такая фраза, люди используют ее, возможно, в своей жизни, как «жизнь коротка, Нужно многое успеть, живем один раз, и используя, скажем, данный, данную фразу или принцип, делают какие-то необдум... необдуманные, странные поступки. Или же начинают пробовать какие-то различные запрещенные препараты, или пробовать различные алкогольные напитки, или искать таких удовольствий, которые действительно... Не нужно искать, которые не приносит ни, действительно истинного удовольствия, ни счастья, ни успеха, ни добра для других людей. Итак, лично для себя из Библии нашел несколько пунктов, которые я хочу придерживаться и к которым я стремлюсь. Прежде всего, это возлюбить Господа всем, вот всем, что у меня есть. Для этого есть местописание это в Евангелии от Луки. Диалог между фарисеем и Ишуа, когда фарисей задает вопрос, как унаследовать небесное царство. Ишуа отвечает следующими словами, а что ты читаешь в Законе? И как бы задает вопрос на вопрос, чисто еврейский подход. И давайте прочитаем Луки 10.27 и отвечает фарисей, ⁇ люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей силой твоей ⁇ и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Возможно, человек, живущий вне христианской среды, иногда не имеет возможности познакомиться с Богом. Но, с другой стороны, Господь иногда дает шансы, ситуации, обстоятельства, когда эта встреча реальная. Мы знаем, как человек может узнать, откуда появляется вера. Вера ⁇ это следствие какого-то слышания. А слышание — это результат того, что было Слово Божье, которое было кем-то сказано в свое время. И, соответственно, вера порождается, опять-таки я повторюсь, слышанием. То есть человек, когда слышит Слово Божье, у него есть шанс ответить на призыв и таким образом познакомиться. Итак, Бог дает шансы человеку на покаяние, а вот ответить на призыв — это ответственность самого человека — как верующие люди, я верю, что мы прошли уже этот этап знакомства. И теперь важно исполнить заповедь, возлюбить Бога всем своим имением, всей своей душой, всем своей силой и всем своим разумом. Это настолько важно понимать и истинно стремиться к этому. Я думаю, что такая любовь к Господу, она проходит какое-то вот время, какое-то временное вот расстояние через какие-то испытания, проходя свой иногда нелегкий путь. Когда в трудности, уповая на Бога, мы видим Его крепкую руку, мы понимаем, что есть что-то или кто-то, кто ведет нас. И этим кто-то является Господь, который любит нас, отдавший Своего Сына за нас. Итак, как небольшой вывод, возлюби Господа своего всем, что у тебя есть. Это вот моя цель, к которой я стремлюсь. Давайте продолжим. Вторая моя цель ⁇ это любить его творение. Продолжая, опять-таки, Луки 10.27, Фарисей ответил Иешуа, что нужно возлюбить ближнего своего, как самого себя. Хм, давайте, в принципе, над этим пораз поразмышляем. Начнем с того, что это прямая отсылка на книгу Левит. Третья книга Библии ⁇ это 19, 19 глава, 17 стих. Я зачитаю. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Давайте на чистоту. <laughs> Иногда эту заповедь не очень легко исполнить, потому что это сложно. Люди есть разные, ситуации разные, настроения разные. Иногда хочется просто высказать всю правду в лоб, не, и, не еще никаких других слов подходящих. Но заповедь есть заповедь, и ее нужно исполнять. Но что значит как бы возлюбить? Как это? Возможно ли это? Вот возлюбить так, как самого себя. Прежде всего нужно любить самого себя. Нужно давать себе оценку, что вы созданы Богом люди, что Господь возлюбил вас до того, как вы были еще рождены. И реально это сделать, если мы будем своим поведением, своими действиями, мыслями, своей жизнью подражать Христу, подражать Иешуа. Это мы можем прочитать из Евангелия, как он действовал, как он отвечал, когда его испытывали, когда пытались его искушать. Это очень важно. Услышьте меня, пожалуйста. Мы можем сделать такой пример, как маленький ребенок, когда он пытается ходить, он падает, но встает и идет дальше. Так и верующий человек, возможно, в каких-то обстоятельствах, где-то сказал неправильное слово, подумал неправильно, либо сделал какое-то действие, которое действительно было, имело негативные последствия, но в результате сделал выводы, опять-таки, как ребенок, поднялся на ноги и, возможно, даже молился о том, чтобы Господь давал мудрость иметь это вот, хорошее отношение с людьми, показывать себя именно с перспективы Христа. И тогда в результате Люди будут видеть больше Иешуа в нас, чем нас самих. Это, в принципе, моя цель, чтобы через какое-то время мои действия настолько сильно были похожи на действия Христа, чтобы люди видели Его, вернее, видели меня и видели Христа во мне, и таким образом могли познакомиться с Ним. Мы являемся светом для этого мира. Мы являемся солью. Мы как тот маяк, который в темноте показывать направление. Мой Господь – это мой путь. Мой Господь – это Иешуа. Я ищу его всем своим сердцем, и рекомендую вам это делать. Есть у меня для вас еще две точки, которые я бы хотел поговорить, но сегодня я закончу о том, что говорил уже, о том, что нужно возлюбить Господа всем, что у вас есть, и возлюбить ближнего через познание Иешуа. Теперь я хочу о вас помолиться о том, чтобы эта заповедь коснулась вашего сердца, чтобы возможно вы посмотрели на нее с другой перспективы. Итак, Господь, Ешо, мой Бог, я благословляю имя Твое. Я молю Тебя о том, чтобы Ты открывался людям с другой стороны. Господь, покажи, пожалуйста, как нам любить других людей. Дай нам осознание того, что мы не идеальны, но у нас есть к чему стремиться. Ешо, мы хотим быть подраж... вот подражать Тебе, мы хотим быть похожими на Тебя. Пускай имя Твое будет прославлено на этом месте и на всяком другом. Хорошего дня. Будьте благословены. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.